Вы на канале Арина и Регина, и сегодня мы будем делать фруктовые десерты на палочках. Берем первым делом палочки, и на палочки надеваем виноградинки. Вот, Арька, молодец, Региша. Смотри, как Аречка. Червячок такой. Червячок такой. Молодец. Виноградик у нас готов на шпажках. Переходим к дыньке. Можно я попробую? Ну, попробуй. Сладенькое, нет? Берем формочки. Я хотела вот это. Квадратик. И выдавливаем. Тихонько, тихонько. Шпажечки, и на шпажечки вытыкаем наш... Так, дыньку. Регишка, а ты? А Региша? Сердечко. Регишка куда-то убегает. Ой, ты молодец. Региша, у тебя нету, а у меня есть. Аря тебе сейчас поможет. Вот. Нет, надо с другой стороны. Ну, поставлю просто. Из клубнички делаем сердечки. Выдавливай. Вот, да? Вырежу вот такое. Квадратик. Нет. И филибастер. Ну, давай. Вот такая красота у нас получилась. Такие сладкие, вкусные десерты, а еще они полезные. Давайте пробовать. А вы, ребята, если понравилось, оставляйте комментарии. Ставьте пальчик как? Вот так. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Пока-пока! Регишка, пока! Пока! Пока!